И это мое утро на каникулах. Итак, про мой утренний уход. Он состоит всего лишь из двух продуктов. Это вот этот гель для умывания от Dr. Jart с экстрактом чайного дерева, по-моему. Он борется именно с прыщиками, какими-то высыпаниями. И после него наношу вот этот тонер от Cosworker. Он мне тоже очень нравится, прям классный, с утра вообще идеально мне подходит. Так что пойдемте умываться. Кстати, для лица использую только вот эти бумажные полотенца. Пока эссенция от маски еще не до конца впиталась, я хочу сделать массаж гуаша. У меня недавно появился вот этот скребочек. И я, в принципе, научилась уже. Я посмотрела туториал, как делать, по этому видео, если что. Примерно завтрак у меня получился. Я также добавила еще чуть-чуть брынзы. Очень вкусно будет с помидорками. Конечно, авокадо мне попался вообще не спелый, но мне кажется, все равно выглядит и будет достаточно вкусно. Так что приятного мне аппетита. Итак, сегодняшний образ хочу сочетать мои новые строгие брюки из Topshop вот с этой прекрасной футболочкой, которую я купила еще летом в, по-моему, Тренд-Айленде, но не носила. Вообще практически ни разу ее не надевала. Так что посмотрим, как будет сочетаться, и сейчас вам все покажу. Вот эти брюки вообще сели на меня, как, я не знаю, как будто я с ними просто должна была быть, поэтому я их взяла. Такой необычный цвет для меня. И, в принципе, эта футболочка с ними очень хорошо сочетается, но мне кажется, наверх надо накинуть пиджак. У меня есть белый и черный. Сейчас посмотрим, с каким будет лучше. Итак, вот так это выглядит с черным пиджаком. И сейчас померяем белый. Но мне кажется, так очень как-то мрачно. И вот так выглядит белый пиджак, как-то более по-летнему, по-весеннему. Мне кажется, я пойду вот так вот.
Итак, всем доброе утро. Время уже 11:30. Я сажусь краситься. Хочу вам показать тоже чуть-чуть мою мейкап-рутину сейчас, обновленную. Скоро лето, и я, в принципе, не сильно начала заморачиваться. Да и сегодня я иду к стоматологу, поэтому я не вижу смысла сильно краситься. Нанесу все-таки вот этот крем от Косворкер. У меня просто огромный прыщ на подбородке. Сейчас быстро закалываю волосы. И буду вам все показывать, рассказывать. Я наношу теперь только консилер вот этот от Vivienne Sabo. В принципе, на все места, где я бы могла наносить тон. И тушую все спонжем, а потом уже наслаиваю в те места, где у меня какие-то покраснения, и тушую кистью. На покраснение уже наношу консилер другой от Estée Lauder. Вот этот вот, потому что он более плотный и отлично перекрывает. Тушу вот такой вот кисточкой для консилера от как раз Real Techniques. В последнее время вообще не хочется наносить бронзер, потому что это как-то уже, знаете, по-зимнему. Ну, мне так казалось. Но сегодня, думаю, чуть-чуть нанесу, чтобы подчеркнуть. Это, кстати, у меня палетка Декагон от Influence Beauty. Очень классная, советую. Здесь просто офигенные продукты для лица, а именно бронзеры для контуринга прям идеальны. Вот этот вот светлый мне подходит. Румяна тоже неплохие, хайлайтер очень темный. Ну, мне так кажется. Далее наношу мои любимые румяшки. Вот всегда их оставляю на лето. Просто незаменимые от Maybelline. И тушу вот этой вот плотно набитой кистью. Как-то вот так это выглядит, возможно, слишком ярко, но сейчас я все запудрю, и вообще не будет практически их видно. Эта пудра от Мины все сглаживает. Очень классно, я люблю ее у меня в прозрачном оттенке. Также уже на такую теплую погоду обожаю использовать вот этот вот жидкий хайлайтер. Именно на щечке очень классно смотрится, круто подсвечивается. Ну и неизменно в уголок глаза, конечно же, Dior. Обожаю. Быстро укладываю брови гелем для бровей от RA. Также обожаю немножко подчеркивать верхнюю слизистую вот этим карандашом черным от Романова Мейкап. Он просто классный. Ресницы прокрашиваю моей любимой тушью от Darling Lash Kokon. Она очень круто разделяет ресницы и придает им такой как будто натуральный эффект. И завершающий шаг — это, конечно же, губы. По контуру немножечко подвожу их карандашом от Pupa в 002 оттенке. Он очень классный и прям идеально подходит моим губам. И добавляю вот этот вот блеск от Kika. Ну и вот такой вот результат. Сейчас что-нибудь сделаю с волосами. Так все выглядит с макияжем и более-менее укладкой. С этой стороны, как обычно, получилось не очень. С этой вроде норм. Вот так вот. Несмотря на то, что сейчас каникулы, и, казалось бы, неделю можно ничего не делать, я считаю, что нельзя расслабляться, ведь до ОГЭ ЕГЭ осталось буквально полтора месяца. Именно поэтому хочу вам уже не в первый раз порекомендовать канал, который будет полезен всем девятиклассникам и одиннадцатиклассникам. Здесь вы можете найти всевозможные курсы по любым предметам, а главное, по очень приятным ценам. Если вы все еще не уверены в том, что сдадите на высший результат, обязательно подписывайтесь и готовьтесь вместе с этим телеграм-каналом. Ну а мы продолжаем. Ну и последняя часть моего видео — это такой мини-обзор, что в моем телефоне. Из-за того, что у меня появился новый iPhone 14 Pro, у меня наконец-то дошли руки его как-то красиво оформить. Хочу вам показать, что у меня получилось, потому что как-то отдельное видео не хочется снимать. Ну и чтобы разнообразить мое утро, мне кажется, это хорошая идея прикрепить все сюда. Итак, на экране блокировки у меня очень классные обои с таким сердечком расплывчатым. В Pinterest это называется Wallpaper Gradient. Вы можете забить, и там будет очень много разных вариаций, похожих в стиле обоев. Также, что самое милое, у меня циферки и все виджеты розового цвета тут. Это очень прикольно.
Также я уже перестроила телефон на английский язык, и также у меня стоит английское время, то есть AM и PM. Под временем у меня также три активных виджета, которые для меня являются самыми удобными и важными. Первый — это вот такая вот классная цитата, просто в напоминаниях поставила, на которой написано «Do it for you». Для меня сейчас это очень важные и очень значимые слова. Второй виджет — это, конечно, золотое яблоко, потому что я туда постоянно хожу. И, кстати, сегодня я туда тоже еду. Кликая на этот значок, у меня сразу открывается карта золотого яблока, которую я могу дать консультанту, чтобы отсканировать. Ну и третий значок — это погода. Когда мы разблокируем наш телефон, мы уже видим, что обои точно такие же, только размытые. Сейчас, по-моему, уже на всех телефонах с iOS 16 есть такая функция, чтобы преобразовать обои. Поэтому я сделала так же, чтобы просто все выглядело гармонично. На первой странице у меня ничего интересного. Тут стоят три виджета. Это погода, сон и зарядка. Я сейчас активно пользуюсь гаджетами Apple, например, Apple Watch'ами, а также AirPods'ами. Поэтому мне очень важно контролировать их зарядку. Ну и тут все базовые приложения, а также Telegram, потому что им я пользуюсь чаще всего из мессенджеров. Переходим на вторую страницу, вот она уже будет поинтереснее, потому что здесь уже такие более разнообразные виджеты и приложения. Давайте сначала расскажу про виджеты. В фотках у меня стоит моя фотка, там как-то iPhone сам подбирает какую-то подборку и всегда выдает мне разные мои селфи. Это тоже очень прикольно. Второй виджет — это Pinterest, он уже побольше, такой двойной. Это очень прикольно, я прям в шоке, насколько это круто, потому что они со временем сами меняются. Это как бы твоя подборка ленты, не заходя в Pinterest. И мне всегда интересно, на него можно кликнуть и посмотреть видео, которое тебе предлагается. Ну и третий виджет — это Locket. У меня все точно так же было на моем прошлом телефоне. Ну и давайте быстро по папкам. Первая папка — это Social Media. Тут, в принципе, все приложения типа WhatsApp, Instagram, Pinterest и так далее, почта. Вторая папка — это School, тут просто все школьное, фотомест, калькулятор, переводчик и также очень классное приложение флеш-карточки. Оно реально мне очень помогает запоминать слова на английском, а также какие-то термины. Следующая папка — это Shop. Я, конечно, еще не все докачала, но здесь Wildberries, AliExpress, Вкусные точка и Золотое яблоко. И последняя папочка — это карты. Здесь у меня Яндекс.Го такси, также Яндекс.Карты и Яндекс.Метро. И в левом нижнем углу у меня приложения, которыми я чаще всего пользуюсь, а это YouTube Studio, YouTube, Flow, я просто не знала, куда его деть, и также дневник Mesh. Ну и, в принципе, на этом все. Вот так вот классно я оформила свой телефон. Надеюсь, вам понравился этот небольшой обзорчик. Но я буду заканчивать это видео. Вот такое вот утро у меня получилось. Я, в принципе, сделала все, что хотела. Все важные дела. Как-то вам все это показала. Надеюсь, вам это видео понравилось. Подписывайтесь на телеграм-канал, на запрещенную социальную сеть. Ну и на этом все. Осталось 7 человек до 5000 подписчиков. Поэтому я надеюсь, после выхода этого ролика все будет. Всем огромное спасибо и всех целую. Всем пока!